Ну вот, у нас сегодня 23 марта 2024 года. И с Жан-Люком мы пришли. Вот Жан-Люк у меня. Пришли мы с Жан-Люком в театр. Вот он покурить вышел. Свою электронную сигарету. Вот это вот у нас такой театр, видите? Театр такой у нас. Машины ездят тут. Такие вот улочки, видите? Это там я, вот здесь. Ну, вот так вот. Вот стоит у меня. Курит. Вот такой театр, вывеска театра, видите? Народу много. В общем, покажу потом, что будет, какой спектакль или что там у нас, концерт. Короче говоря, вот такие вот дела. Ну, в общем, перед началом, так скажем, спектакля, что-то показывают, какой-то журнал, по телевизору такой большой. Да. И, в общем, вот мы тут уселись, достаточно удобные кресла, видите, такие мягкие, вот. Ну, как обычно в обычном театре, просто город маленький, это очень удобное расположение, зал, ну, небольшой, народу много, все, конечно, сгрудились в основном к центру. Ну, в общем, спектакль пока не начался, или концерт, не знаем, что. Перед началом что-то будут, видимо, говорить, короче говоря. Вот тоже везде снимают, с камерами. В общем, нас уж тоже поснимали тут, видите, вот люди тут сидят уже. Кто-то еще остался кофе пить. Там предлагали бесплатное кофе, бриошь. Жанюк, конечно, не взял бриошь, говорит, не могу больше есть, но кофе выпил. Вот, видите, каскет, как по-русски, там, бейсболку ему подарили, довольный, как слон. Ну, в хозяйстве, говорит, все пригодится. Вот такой у нас театр. Ну вот, концерт начинается, мы в предвкушении. Долго ждали. Все перемещаются со своих мест туда-сюда поближе, чтобы послушать концерт. В общем, ждем.